Испытайте боль. Ну что ж, дружки, пирожочки, всем привет! Эти все скины в ближайшем будущем вы можете получить буквально за один потраченный алмаз. У меня еще этого нет, 2 дня 13 часов остается до старта промо-алмазов. У вас же, уже сейчас зайдя в игру, все это активно. Если кто-то в 2024 году до сих пор задается вопросом, что же такое промо-алмазы, то с легкостью отвечу на этот вопрос. Это те же алмазы, за исключением того, что в какой-то момент они просто с вашего аккаунта пропадут. Лучше нажмите на ваши промо-алмазы, подержите и прочитайте, до какого времени они действительны, чтобы нечаянно не упустить шанс и не потерять все промо-алмазы. Конечно, по промо-алмазам в событии уже есть задание, где ты можешь получить те самые промо-алмазы. 20 промо-алмазов ты будешь получать каждый день за то, что просто войдешь в игру. Еще 15 промо-алмазов за то, что сыграешь матч в классическом, рейтинговом или режиме боя. Ну и также задание на выбор, где ты будешь получать еще 20 промо-алмазов. Алмазов каждый день. Либо же ты сделаешь пополнение в игру, либо сыграешь со своим другом, опять-таки, в режим боя, обычный режим, ну или же в рейтинг. Ну, может быть, хоть так у тебя появятся друзья. Итого мы получаем 55 промо-алмазов каждый день, если мы заходим в игру, играем со своим другом одну из каток и одну катку играем еще в соло. И на самом деле все очень просто, и не нужно быть большим математиком, чтобы умножить количество дней, пока действуют промо-алмазы, на количество этих очков. 55 умножаем на 15 и получаем 825 промо-алмазов, мы получаем просто бесплатно. Также есть промо-алмазы, которые будут получаться не так приятно. Через 12 дней стартует событие «Адский лорд драконов» со скином на Москву. И там за пополнение можно получать до 800 промо-алмазов. Да, возможно, не так и приятно, но как часто вы доните в игру и кэшбэком получаете себе алмазы? А промо-алмазы — это те же алмазы. Вы ровно так же их можете использовать в магазине, за исключением одного «но». Вам всегда нужен один алмаз, буквально один алмаз, если у вас есть на счету, вы можете купить абсолютно любой скин. Конечно, мы зашли далеко не в скины, и здесь вместо купона просто выбрать промо-алмазы. И вот эти вот скины можно брать за один алмаз. Исключение составляют только скины Sparkle. Это классные скины, которые будут на Эстоса, вот этот вот крутейший скин, на Фредрина и еще кого-то, вот они будут по сотке. Также ходят слухи, что в это же время в игру могут вернуться Киберволк на Роджера и Вирус на Селену, а это уже приятно. Скины, которые так редко появляются в игре, можно будет приобрести за промо-алмазы. Я, конечно, плотно буду участвовать в этом ивенте, несмотря на то, что у меня 484 облика на моем аккаунте, все равно есть огромнейшее число обликов, которые, в принципе, я бы мог купить. И их еще очень-очень много, которые можно было приобрести именно за алмазы. И все они могут стоить до одного алмаза благодаря промо, которые я, конечно же, буду собирать. Вы, конечно, можете попытаться и плотно забиться вот в этом сундучке, который находится в избранном, да, и попытаться выбить себе ритмичное эхо. Это вот это вот возвращение, музыкальное, красивое, да, его также можно будет покручивать за промо-алмазы, видимо, за один алмаз, да, и шанс выпадения гарантирован только на 200-й прокрут. Так что делайте выбор сами. Я же лично сам жду не дождусь, когда мне хватит вот на это возвращение волшебных палочек. У меня уже 420, надо всего лишь 640. Ну и с 28 марта уже будет доступен Фредрин Спаркл, который вы также сможете благодаря промо-алмазам приобрести за 100 алмазов. Но это далеко еще не все плюшки, которые будут представлены в событии All-Star 2024. Посмотрите, сколько еще всего должно быть открыто. Чего только стоит эта Виксана, которая уже доступна, а тот саспенс, который происходил в трейлере, заворожил даже меня. Кто на свете всех милее? Это принцесс. Ах, нет! Так пусть моя сила станет ему новым сердцем. Это моя история. И такая принцесса сможет сама себя спасти. Ну, надеюсь, вам себя спасать не нужно. Полную версию данного трейлера вы можете посмотреть на официальном канале Mobile Legends в ютубчике. Ну что ж, объединяйтесь с друзьями, пока продолжает событие All Stars. Фармите промо-алмазы, покупайте скины за один алмаз. Спасибо, что досмотрели этот видеоролик до конца. Ставьте ваши лайки, подписывайтесь на канал и увидимся в игре. Всем пока!